Автор – Шамшидденова Салтанат Маратовна. Категория – занятость населения. Министру здравоохранения и социального развития Тамаре Дюсеновой. Уважаемая госпожа Дюсенова, у меня вопрос насчет отпуска. У нас в компании установлена продолжительность основного трудового отпуска 24 календарных дня. Согласно нового трудового кодекса, одна из частей отпуска должна быть не менее 2 календарных недель. Это значит, что я должна взять отпуск с понедельника первой недели до воскресенья второй недели. Но суббота и воскресенье являются выходными днями, и я не хочу терять свои 2 дня. Могу ли я взять отпуск на 12 календарных дней, а остальные в следующий раз? Также с понедельника первой недели до пятницы второй недели. В соответствии с 3 пунктом 92 статьи Кодекса по соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее 2 календарных недель продолжительности отпуска, предусмотренного в трудовом договоре работника. Таким образом, одна из частей отпуска должна быть не менее 2 календарных недель, то есть 14 дней. Остальная часть отпуска – любой продолжительности. Основная цель изменения трудового законодательства была его либерализация. Учитывая, что в настоящее время Казахстан уже вошел во Всемирную торговую организацию, учитывая, что Казахстан работает над тем, чтобы войти в организацию экономического сотрудничества, страны экономического сотрудничества, то есть мы должны идти в ногу со временем, скажем так, чтобы наше законодательство все-таки было привлекательным как для иностранных инвесторов, так и для наших работодателей в целом. We'll be right back.